Меня зовут Олег Сотников. А эту девушку, я не знаю, есть ли смысл представлять, вы ее все знаете. Ольга Мокшина, на всякий случай встречайте. Спасибо. Итак, сегодня для вас самое лучшее предложение, и мы хотим его озвучить. Это набор посуды «Сказка». О! Знакомьтесь, мы каждый день выбираем один единственный товар, на который делаем максимальную скидку. И сегодня это, с большой радостью представляю вашему вниманию, набор «Сказка». Итак, 12 предметов, 3790 стоит и бесплатная доставка. Ой, чудо. Итак, дорогие телезрители, взгляните, в чем уникальность. Посмотрите, это разная посуда. 12, правильно Оля сказала, предметов. Абсолютно редкие, абсолютно качественные, уважаемые телезрители. Потому что, тихо! Я по секрету вам скажу, это 18/10 сталь. Это редкая сталь, я обязательно расскажу, почему она редкая. Ох, обязательно, я тебя расспрошу, в чем тут секрет. Ну, а я самое главное хочу вам сказать, что вы получаете сразу полный комплект из 12 предметов. То есть есть и кастрюлька самая большая. Вот она. 6,5. 6,5. У нас здесь кастрюли разных размеров. Плюс сотейник. 3790. Вот за это богатство. И бесплатная доставка. Взгляните, во-первых, ручки у нас не нагреваются. Кстати, здесь у нас кипятка. Нет, вот посмотрите, я приподнял. Кипит компот. Вот я кладу. Клади руку на мою. Боюсь. Она же металлическая. Она металлическая, но она не нагревается. Слушайте, реально, так удивительно. Для меня это очень удивительно. Казалось бы, металлическая ручка. Нет, она не нагревается. Ну что ж, давай показывай, что Олечка, готовишь. Вот мы показали сейчас ручку, но мы вернемся. Это, конечно, маленькое достоинство. А теперь я хочу, чтобы вы посмотрели сотейник. Оля, так, ты помнишь, я положил сюда два великолепных стейка. Вот а буквально я больше того хочу сказать. Я заметила, что ты не помазал маслом. Да. Не капнул ни капельки масла. А зачем это делать? Подожди, потому что здесь антипригарное покрытие. Как это? Даже не пристынет. Ты не пригорит, потому что здесь качественное покрытие. Кроме того, здесь сталь 18/10. Вы представляете, сейчас я вам расскажу, что это обязательно такое. Обязательно расскажу. Я хочу сказать, наши дорогие телезрители, у нас ограниченная партия на специальное предложение. 3790 рублей стоит полный набор. Вы знаете, у каждой на кухне есть посуда. Есть любимая, есть та, которая досталась по наследству, есть новая. Но вот такой набор полный, он заменит вам всю разномастную посуду, и вы будете всегда готовить с удовольствием. Позвольте себе такую радость. Набор посуды «Сказка». Пусть ваша готовка превратится в сказку. Звоните прямо сейчас и заказывайте. Набор посуды «Сказка». Осталось определиться, какие вы хотите ручки. Либо серебряные, либо золотистые. Это ограниченная партия. 3790 рублей. 12 предметов. Вы просто посчитайте, в какую стоимость обойдется один предмет. Совершенно верно. Оля, знаешь что? В чем уникальность этой посуды? Итак, попрошу, пожалуйста, камеру на мою плиту. Взгляните. Помимо того, что я здесь готовлю прекрасных два стейка, так, готовлю два яйца, которые нам пойдут, конечно, в качестве завтрака, посмотрите, пожалуйста, на рядом ковш, которым я готовлю. Оля, так, ты видишь, что я здесь обжариваю овощи? Ой, обжариваю овощи, баклажанчики. Обжариваешь овощи, которые выросли на ваших грядках. Да. Посмотрите. Так, что обжарил? Ты масло опять не полил? Нет, я масло добавил немножечко, но, кстати, я хочу показать нашим телезрителям, что ничего не происходит. То есть ковши можно благодаря этому покрытию даже жарить, дорогие телезрители. Да ты что? Да. Представляете, как здорово! Румяная корочка получится даже в ковше. Да. А затем вы можете как сделать, протушить. Совершенно верно. Уже будет с корочкой, да. Кстати, еще итак, дорогие телезрители, давайте сейчас мы убавим. Я накрываю крышкой и давайте расскажу, из чего состоит и почему 18/10. Итак, давай, дорогие телезрители, 12 предметов вы получаете. Правильно, нержавеющая сталь. Вот она, 18/10. Оль, тебе знакомы такие авиатуры и цифры? Ты знаешь, ни разу не слышал. А что значит 18? Во-первых, 18/10. Это сталь, которая используется, внимание, только в медицине. И сейчас она используется именно в этой посуде. Она нержавеющая сталь. Первая, Оля, цифра 18 означает процент содержания хрома. Что это такое? Это более безопасно, это экологически качественно и достойно. Потому что никогда не попадет вам в желудок. Так и ничего не будет. Вы представляете, с такой цифрой только делают медицинское оборудование. 10. Ты слышала? 18/10. Да, да, да. Что значит 10? 10 это никель. Итак, дорогие друзья, взгляните, какая она яркая. Никель отвечает за качество, за пестроту. Вот за эту, блеск. За блеск, конечно. Ой, боже, какая красота. А самое главное, дорогие наши телезрители, если для вас так же важно, чтобы вы были здоровы, чтобы ваши близкие были здоровы, чтобы ваши детки, внуки,
руки. Росли здоровыми, выбирайте качественную посуду. Звоните прямо сейчас, заказывайте набор «Сказка». Либо серебристые ручки, либо золотистые. И сегодня бесплатная доставка действует на этот набор. Итак, Оль, ну ты вот практичная хозяйка, уважаемые телезрители. Посмотрите, все думают, наши телезрители, как это хранить. Ох, посмотрите, это как это легко и просто, дорогие телезрители. Внимание, многослойное капсульное дно. Да. Все крышки идут в комплекте. Нержавеющая сталь, еще раз напоминаю, 18/10. Это медицинская сталь, которая здесь встроена в эту посуду. 18/10. Еще раз напоминаю, все необходимые кастрюли, начиная от 6,5 литров и кончая кастрюльки 2,2 и ковш, 12 предметов, все с крышками, все необходимые предметы на вашей кухне. Теперь собираем ваши старые посуды, собираем ваши старые сковородки, вам ничего не нужно. Здесь и сковорода сотейни, которая легко справится как противень и как для выпечки, можно готовить любой суп, можно готовить, конечно же, кашу, дорогие друзья, 12 предметов, все эстетично и качественно.